В Дагестан приехали звезды ММА и кикбоксинга Владимир Минеев и Зураб Фараян. Здесь, в селе Ирганай, Унцукульского района, спортсмены провели мастер-класс для подрастающего поколения. Подробнее расскажет Курбан Рагимов. Вот он пытается встать, ваша задача ему не дать встать. На тут он тратит больше сил, чем вы. Это имитация боя. Здесь партнеры включаются лишь на 30%. Такая тренировка поможет закрепить полученные навыки. Своим мастерством с молодежью Унцукульского района делятся гости, чемпионы Европы и мира по кикбоксингу Владимир Минеев и Зураб Фараян. Если он рядом стоит, то можно просто пробить. Если он оттягивается, то мы достаем, дотягиваемся до него. Работа в стойке, борьба и партер. Показав прием или комбинацию, спортсмены следят за правильностью исполнения, поправляют технические недочеты. Очень внимательные ребята. Видно по ним, что они хотят слушать, они не отвлекаются. Они знают, зачем они пришли в этот зал. И я вижу тут одних пахари. Поэтому пахари, пошлите, и все будет хорошо. Поездка в Дагестан – это, значит, совмещение приятного с полезным. Потренироваться можно от души. Ну и встречают от души, знаешь, сразу килограмм 5 приходит. Ну, мне всегда очень приятно смотреть на дагестанскую молодежь, которая с таким, как сказать, неподдельным порывом рвется к единоборствам. Я буду только рад поделиться своим опытом, с которым когда-то со мной делились те же дагестанцы. Титулованные кикбоксеры приехали поддержать новоиспеченного чемпиона Европы по грэпплингу Рашида Кайтмазова. Триумфатора чествовали в рамках мастер-класса. С теплыми словами в адрес выходца из селения Ирганай обратились представители администрации района и гости мероприятия. Здесь же победитель соревнований в Бухаресте и сам присоединился к тренировке. Кайтмазов показывал все, что 2 недели назад помогло ему стать лучшим на континенте. Очень хорошая обстановка на самом деле у всех ребят. Видно, что они мотивированы, у них глаза горят, на самом деле заряжены. Это радует. Я хочу пожелать им тоже в дальнейшем, чтобы они продолжали упорствовать в своем деле и стали чемпионами. Этот мастер-класс проводится по инициативе Нурмагомедова и Исы Магомедовича. Хотелось бы поблагодарить его за это. Большое спасибо, то, что он уделяет внимание нашим молодым спортсменам, молодежи вообще всего района Унцукульского. Для Минеева и Фараяна приезд в Ирганай точно станет не последним. Гостям уже дали звание почетных жителей села. Летом они планируют провести здесь тренировочные сборы. Курбан Рагимов, Гаджи Магомедов, телеканал ННТ, Унцукульский район.